Не только в Пушкинском, но и везде. Осень – это не только яркие краски природы, но и сезон, когда тема простудных заболеваний становится особенно актуальной. Что делать, чтобы защитить себя и своих близких? Давайте разберем простые, но эффективные меры профилактики. В осенне-зимний период важно внимательно относиться к гигиене. Вирусы передаются через воздух, предметы и при контакте с больными людьми. Соблюдение простых правил может значительно снизить риск заражения. Не допускайте проникновения через входные ворота, которыми в основном являются открытые слизистые оболочки. Это прежде всего респираторные и пищевые инфекции. Поэтому не ешьте из грязной посуды, мойте руки, не касайтесь руками лица, глаз, используйте защитную маску, перчатки и антисептики. Чистота и порядок в помещении помогают снизить количество возбудителей болезни. Безопасное пространство создают регулярная уборка, проветривание и дезинфекция. Не стоит забывать, что вакцинация остается одной из самых надежных мер защиты от болезней. Она укрепляет иммунитет и помогает избежать серьезных осложнений. Чем раньше вы сделаете прививку, тем больше шансов пройти сезон без болезней. Вакцинация является одной из ключевых мер по защите нашего организма от инфекции. Не тяните с этим. Вакцинируйтесь как можно раньше. Тем самым вы защитите себя и предотвратите дальнейшее распространение инфекции. Врачи также отмечают, что правильное питание и регулярный сон помогут вам остаться здоровыми и полными сил, а отдохнувший, ведущий здоровый образ жизни человек более устойчив ко всем видам заболеваний. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа.